Ребяшки, hello, как говорится, читаем интересные новости. Кстати, рекомендуем делать это в нашем телеграм-канале. Вот ссылочка, вот QR. Hi! Good, good, how are you? No, it's not allowed. On the territory, yeah, right? Okay, outside. Alright, right. It's not allowed. No problem, alright. Ребяшки, так, выходим. Так вот, ребяшки, читаем интересные новости. В Эфиопии подписано соглашение о сборке автомобилей Lada. Какие модели будут собирать и когда, не уточняется. Однако, вот еще интересная цифра. В 2024 году АвтоВАЗ намерен поставить на внешние рынки 25 тысяч автомобилей. Короче говоря, ребяшки, приветствуем вас в Африке. Страна Эфиопия. Сегодня посмотрим с вами, сколько здесь стоит iPhone и Xiaomi, десяток яиц в продуктовом магазине, прокатиться на маршрутке, на метро. Ну и в целом, как тут обстоят дела? Обзор, поехали! Итак, ребяшки, почему, собственно, Эфиопия? Сейчас, секунду. Не только потому, что Лада. Во-первых, потому что есть прямые рейсы, очень удобно, из Москвы. Во-вторых, потому что не так попсово, и вот тут без обид, не так попсово, как Египет. Ну, Египет многие знают, а Эфиопия – это что-то такое где-то вот далекое, интересное, загадочное. Однако, в Египте есть выход к морю, а здесь нет. Важный туристический момент. 300-й крузак, между прочим. Дорогие машины тут тоже есть. По запросу Эфиопия, если набрать каких-то вот картинках, вываливается много вот таких вот разных фотографий. Но на самом деле Эфиопия — это еще и вот это и даже вот это. Так что, ребяшки, картинки картинками, но сегодня посмотрим с вами, можно ли сэкономить в Эфиопии, если вы вдруг приехали сюда в отпуск или в командировку. Начнем с приятного. Нам нужен Apple Store, но в Эфиопии их напрочь нет. Нет даже официальных реселлеров Apple. Тут, в принципе, встретить фирменные магазины Adidas, Nike, Xiaomi, Samsung – это большая редкость. Тем не менее, тут есть такой гаджетный райончик. Нам нужно легкое метро. Тут есть легкое метро, одно из лучших в Африке. Прокатимся, посмотрим, что к чему. Ребяшки, заранее дисклеймер. Весь этот обзор, весь записан на GoPro, потому что люди, которые живут здесь, однозначно сказали нам, не вздумайте ходить с большой... Они, честно говоря, и от GoPro нас отговаривали очень долго, но тем не менее, проходили мимо. Салон Nissan. Nissan — одна из самых популярных тачек в Эфиопии. И держи камеру крепко. Вообще сказали камеру к руке примотать. Не, кроме шуток. Вот вы, чувак, повернись, пожалуйста, Чувак за нами ходит, непонятно, чего он за нами ходит. Hello. Can I see prices? Price. How much? Beautiful car. Is it popular? Really? And this one? Uh-huh. But approximately. I like your English. Very good. Thank you so much. Thank you. Hello. No. Чувак просто за нами ходит. Чего он за нами ходит? Зашел в салон прям за автомобильный. Are you good? Yes. All right. Чувак, только первая минута обзора, за нами уже какие-то люди ходят. Людей, так сказать, давайте будем максимально политкорректными, другого цвета кожи вне отеля практически не встретишь. Заходишь в отель международный, тут несколько международных отелей, там сразу много людей с другого континента, назовем это так. Выходишь, и как ветром сдуло, никого. И вот мы тут сняли с себя все ценное, нам такой совет дали. Потому что в Африке, ну, не конкретно в Эфиопии, но в Африке бывает вот такое. Взяли наши любимые сумки нагрудные. Бэха семерка. Люди с деньгами тут тоже есть. Это не какая-то вот та самая деревня, где живут люди, которые, знаете, там на все блестящее бросаются. Наверное, такие деревни есть, но Эфиопия вроде такая продвинутая страна. Че? Обыск? Так вот, прям без спросу. Alright, thank you. И смотрите, пробки. Обалдеть. Ребятки, вот одно из самых современных средств передвижения в Африке. Легкое метро Эфиопии. 20 минут мы ждали поезд. Ни расписания, ни табло, ничего. Не у нас. Следующая станция выходить. Народу много, оказывается. Просто проехал станцию. В смысле? А почему не остановился? Да, вообще-то надо было выйти. О, ребяшки, сорян. Забыли звук включить, вот сейчас включили. А вот тут мы, видимо, выходим. Excuse me. А вот, ребяшки, такое метро. Это самый,
современный транспорт в Эфиопии. Самый-самый современный. Непонятно, что производство. Siemens, наверное, какой-нибудь. Но вот станция выглядит вот так. Ни тебе карты. А платить-то где? Метро бесплатное. Пойдем ловить такси. Стой, тут правила не работают. Как? Стой, тебя машина. Вот остановился. Ребяшки, такси Лада. Так, на нас кричат, уходим. За нами снова идет человек. Мне это не нравится. Давай просто рядом с полицией стоять. Вот человек на мотоцикле, полицейский. Полицейский там кого-то остановил за нарушение. Тут ему что-то дал, он дальше поехал. Что продают? Унитазы. Оцените африканскую стройку. Леса из дерева сделаны, вон наверху. Ребяшки, еще раз извиняемся за качество съемки, за ракурсы, вот это все, потому что иначе тут снимать и опасно. А что, такси где взять? Что, поедем? Hello. Hello, how are you? Good, how are you? All right. Can you get us here? Salam City Mall. Салам Сити Мор. Yes. Так, ребяшки, ни в коем случае делать не надо. Садиться в каком-то челу. Тут есть приложение такси, но мы не смогли в нем авторизоваться, потому что ну, на наши номера не приходит смс. Вот всяко-всяко пытались. Ребяшки, несколько интересных фактов об Эфиопии, в которой мы сейчас... Очень интересно, что у них очень интеллигентный сигнал. Такой пик, би-би, как в Индии, такой пик, легкий. Эфиопия. Ранее известная как Абиссиния, государство основано 12 сентября 1974 года в ходе Эфиопской революции. Население более 120 миллионов человек, территория 1,1 миллиона квадратных километров, столица Аддис-Абеба. Государственный язык амхарский. Кстати, очень интересно, звучит вот так. Салам, тина стали, индемно арачу, сме я австра хайлю и палаль. Астра стенга матена, я Барнард колледж, летенга матамаринэк. Эфиопиан, хай, хелло, хелло, how to say? Детна, how will you say? Yes, how you say? I will say. You say. Ndetna. Very difficult. You find Ndetna. Yes. Are you find Ndetna? Еще интересно, это эфиопское письмо. Выглядит вот так. Halle hame serese, shekebete chehane. Название страны Эфиопия восходит к древнегреческому слову, вот тоже произносить не буду, выглядит оно вот так вот, что означает человек с загорелым лицом. Логично. Мне нравится потолок в этом такси. Вот маршруточка, обратите внимание, слева, эфиопская. Что за переговоры ведут сейчас люди в такси с водителем нашим? Хороший клиент, давай мы их поездим. Так вот, приятно касательно Эфиопии, погода здесь круглый год 24-28 градусов, ну, что касается основной части страны. Есть там южные регионы, более сухие, там чуть более влажные. И более того, дождей здесь достаточно, то есть видите, зелени в городе очень много. Ну и, конечно, Эфиопия знаменита своими марафонцами. Денежная единица в Эфиопии – это эфиопский бир. Бир. Так называется, ну как быра, такой прям тема. Yes, быр. А курс сейчас, вот прямо сейчас, вот такой, он немножко меняется, но заметьте, да, эфиопский быр дороже, чем российский рубль. Вот начинается гаджетный райончик. How much? No, you are... 400 is good? Thank you. Thank you, bye-bye. Мы заплатили в 4 раза больше, чем он хотел. Но как-то я ему уже отдал деньги, некрасиво было бы у него их забирать. Но, ребятки, чтобы вы понимали, гаджетный район в центре Аддис-Абебы, столицы страны, выглядит вот так. Нам нужно на ту сторону перейти. А магазин-то закрыт? Немного тут людей. Closed? Окей. Феликс Мобайл. Что, тоже все закрыто? Tomorrow? Окей. Вот, смотри, все есть, а говорят, закрыто. Hello? It's a fifth, iPhone 15? New? Pro Max? New? How much? From Dubai? From Dubai? Okay, thank you. Hello? And you have 15, iPhone 15? 15 Pro Max. 15 Pro Max. It's new. This new, see. The price? Price 150. And warranty? If it's broken, where I go? To you? To fix? Окей, okay. All right, thank you. О, смотри, продается что?
насадки тройной камеры для айфона. Если у вас айфон какой-то старый, блямбочку шильдик вешайте, и у вас новый айфон. Что, на маршрутке поедем? Вот наша маршрутка подъехала. А что, где? А, вот так вот? Нормы безопасности присутствуют здесь, в этой маршрутке? Деньги все очень старые. Они очень старые. И все пахнут. На выходе? 450, right? 5? Do you know? Done? You speak good. А, да, наша остановка, наша остановка. Yeah, our stop. How much? 5? 2, 10, okay. Вот, Volkswagen ID6, ID4, вернее. Есть дорогие машины. Стой, да куда ты, Кирилл? Зачем ты под машины бежишь? Насколько непредсказуем транспорт в Эфиопии, настолько же предсказуем и удобен авиасейлс, сервис покупки авиабилетов. Заходите, приложение, четко и понятно, прямые рейсы, пересадки. Кстати, до Адис-Абебы прямой рейс из Москвы. Можно воспользоваться авиасейлс и купить билетик. Идем дальше. Вот примерно 70% Адис-Абебы выглядит как-то вот так. Какие авокадо. Азбука вкуса вообще отдыхает просто. Что-то это не похоже на супермаркет, но на карте Google это было отмечено как супермаркет. Ай. Масло оливковое 699 быров. Экстра вирджин 1890. Подсолнечное 569. Я не вижу ни одного знакомого бренда. Хоть один, видишь, хоть какое-то знакомое название. А вот памперс, памперсы есть. Логистика закончилась, передвижение по магазину. Слушай, с тележкой или с детской коляской будет проблемно пройти. Макарошки. 69 быров. 69,90. 70 быров за макароны. You have eggs. Eggs. No. Why? I don't know. Where we can buy eggs? All supermarket thing. No. All? No eggs? No, yes. No eggs in Addis Abeba? No, eggs, yeah. Eggs. Where we can buy eggs? How many pieces? Huh? How many pieces? 10 eggs. 10 eggs? Eggs. Another shopping. No eggs? Wait. Wait. 2 minutes. Bring another shopping. How much? 10 pieces. 10 pieces. 150. 150? Yeah. Okay, thank you. Жига стоит. Very good. Wow. Salam City Mall. Go. Oh. Go. Мне дали ремень. Она говорит, накинь. I like the smell. Smell of Lada. How old is it? 1986. Is it good car or strong? Strong? Yeah. And how much to buy this car here? How much? If you sell me? No, I sell. No, you don't sell? Yeah. Тут немножко... Покажи, пожалуйста, ремонт уже некоторый был. Вот здесь вот. Но, в принципе, машина едет, это главное. В Эфиопии другие ценности. Если машина едет, это уже хорошо. Thank you. Переходим, вон переход. Перебежали. Это Salam City Mall. Топ 5. Ну, может, там, топ... А что? Топ 10, а может, даже и топ 5 магазинов Адис-Абебы. И внезапно рядом два магазина люксовых автомобилей. Человек сидит, просит деньги. Рядом продается Тесла, Бэха, Полстар даже есть. Я что-то не понимаю вообще, как это так? Быть владельцем вот такого автосалона, не бояться такие тачки здесь ставить. И вот вокруг посмотрите. Ну, блин. Good, good, good. Будка охраны. Смотри, и вон, туалет. Смотри, замок классный. How much for Tesla? How don't you afraid to put this expensive car here? These guys just watch every day, every night. Yeah. How many cars do you sell every month? 10. Yeah. 10 cars. Is it new Tesla? Yeah. And from where? China. From China. Yeah. Nice. Thank you.
Китайская Тесла, 9,5 миллионов, без пробега, 22 года. В острову он сказал? Он сказал, что без пробега. Может, он 2 года уже стоит просто? Тут уже требуется ремонт. Блин, ни одного знакомого магазина. Tech Store. О, PS-ка пятая. Hello? How much for PS5? 75. Is it new? New, brand new. А from where? Mostly from Dubai. And is there a warranty? Any warranty? Yeah, you have like 1 year warranty. Official? Yeah. And where to fix here? With you? Yeah, with me. Good. If there's any problem, I can give you like another one. Thank you. Okay. Nice. Я ни одного бренда не узнаю. Angel, да ладно. Смотри, какой эргономичный камень придерживает дверь. Yes. Ух ты. Is it official store? Camero Zora. Adidas. Original. Really? New Balance даже есть. How much for this? From where? From Dubai? No. From where? Canada. Turkey. Turkey? Yes. Так Канада или Турция? Истанбул. Истанбул. Вот Истанбулу бы я не доверял. Помнишь тот магазин с кроссовками? Adidas. 300 лир. Is it original? Not original. Not original. Okay. И New Balance неплохо выглядит. Но, видишь, это краска. Тут нет краски. Что такое Poison? Китайский сайт, где эти реплики? Да, да. Да? Чувак, Poison написано. But this is Poison. Poison store, Chinese. It's Poison. All right, all right, all right. Ну, человек просто продает, и ему начальник магазина сказал, что это оригинал. Но написано Poison. Но выглядит хорошо. Осторожно, смотри, какое стекло. Представляешь, бабахаться стекло сюда можно. Ребятушки, приятно, оказавшись в Питере, на родине Мегафона, напомнить, что те, у кого стоит сим-карта этого оператора, пользуются лучшей связью в стране. 6-й год подряд Мегафон лидер по скорости мобильного интернета. Это подтверждено авторитетным приложением SpeedTest. Также у Мегафона самое широкое покрытие в стране, а LTE работает на более высоких частотах в диапазоне 2100 и 2600 МГц, что и дает технологическое преимущество по скорости. Кстати, скачиваем карту города. Это займет? Нисколько не займет. Уже скачалось. Рекомендуем. Продолжаем. Ребешки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Такси. Мы едем в одно из самых внезапных мест. Не только в Адис-Абабе. Правильно по-местному не Абеба, Адис-Абеба, но это по-русски, а по-местному Адис-Абаба. Или просто Эдис, они говорят. Тут есть Russia Street. Прикинь, целая огромная улица. Давайте поедем, посмотрим. You want to film me? No, just go, go. Just go. Travel. Come. Where are you going to? Russia Street. Russia Street. Yes. Would you pay like 2,000 Ethiopian? No. Because you are rich. 400. I'm not rich. That's what I mean to say. Netta sebe adebabe. 70 kilo. Okay. 500. 400. 500. 400. Go. 400. 500. Не поедем. 400. Just give him. Just give him. He's not making any business because of the rights. They are fucking taking his whole business. I like your English. Where did you study English? Because if you are in trouble, you have to know everything. Where did you study English? In this world. Really? Yeah. In school? In school. In university? Yeah, yeah. What do you do for a living? What do you do? If you spare me, I'm not doing anything because I don't have this ID card. I don't have. But what do you do every day? Every day, I'm just trying to helping people, communicating with these guys. Yes. Everything that I can do. But you can go like work in the store or coffee shop or because they don't trust me. Because sometimes I'm unstable, you know. I am compelled. I am in stress. I'm not the same like now. Can you drive car? No, I can't. Already? Because I am afraid of accident. Africa is a land of accidents and problems, brother. Really? Trust me, I'm not really like to talk about problems, you know. I understand. But that is the reality. I understand. And you have to pray before your trouble. But where do you live? I am living every day. I'm just paying for my bed rent. I'm paying for like 80 every day. 80? Yeah. So you're just paying for a bed? Just paid. Not a room? A decker bed. You know decker bed? Decker bed. Decker beds. Interesting. Go? You can make. Good. 500, right. Right. Thank you, my friend. All right. Thank you very much. Have a good day. Видал, как ремень цепляется? Ты просто... Окей, I'm good. Ты просто цепляешь ремень за железячку. Едешь. Кресло отклоняет, как в бизнес-классе в этой Ладе. Девочки,
едем 26 минут. У тебя окно открывается? Ничего не открывается? So, 500, right? Here is 6 for the mural. No problem. Have a good day. Опа! Вот так вот, ребяшка, мы немножко... Ремень. Давай. Интересно, доехали? Эксидент был у нас небольшой. Can you fix it? Almost, all right. Тачка к нам прижалась, просто проскребла и зеркало сломала. Итак, это Russia Street. Так и называется. Тут рядом консульство, вот прям за углом. И это, собственно, одноименная улица. Слушай, так. О, вот это лучшая Лада, которую мы видели в Эфиопии. Смотри, дверь как шатается. Сломали. Тихо, тихо, тихо. А зацени, когда ручка держится. Замок какой, вот, видишь? Ребяшки, вот хочется сказать буквально пару слов. Буквально. Мы думали вообще рассказать об этом, но поняли, что имеет смысл сделать отдельное видео на эту тему. Это эфиопское жилье. Ну, конечно, есть тут пара симпатичных домов, какие-то вот высоточки стоят, но вот это вот, здесь живут люди. Что там внутри, за этим шифером, гофрокартоном, мне кажется, нужно отдельный выпуск на эту тему сделать. Но напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Хлеб продают, булочки, пончики, бананы. How much for bananas? Two bananas. One kilo? Two, no, just two. No. One, this one? Yes, two. Four zero. Four zero, what? Yeah, of course. And for kilo, one kilo? One kilo, eight euros. Thank you. Where are you from? From with bananas. Is it local? Yes, local. Ethiopian bananas? Yeah, maybe from this 150 or 200 kilometers far away from here. Nice, thank you. Okay. Пахнет даже по-другому, чувак. Он густой, прикинь. Он реально какой-то густой. Глядя в вагон. Он как хурма вяжет, мистер Андерсон. Ну вот у нас ешь бананы, он такой какой-то сахарный весь. Чувствуешь? Офигенный, очень вкусный. Местное кафе. А что это продается? You have water? Only beer, right? Beer. Water. No water. 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 Two. No water? Okay, alright. Воды нет. Это напоминает мне, как герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Начало» зашел в то заведение. Зунгу. На нас также примерно смотрели сейчас. А какое тут все свежее, красивое, ёшкин. Вот фруктики, конечно, да. Смотри, тут разливают Pepsi. Certified Pepsi Cola Distributors. Do you sell water? Water, can you? One, two bottles. Just two bottles? No, two bottles. Only pack, right? Yeah. Okay, thank you. Официальное представительство Pepsi в Аддис-Абебе. Атва, эй, каме, атва. Атва. Off, it's off. Off. Так, ребяшки, нам это, пообещали набить морду. Там очень агрессивные были люди. Смотри, какое строительство интересное. Зеленое, разноцветное все. Банкомат. Кстати, нам банкомат нужен. Сейчас, ребяшки, 55 секунд. Надо денег снять. Нужен кэш. Сработало. Ребяшки, знаете ли вы, что прямо сейчас из Эфиопии в Москву есть прямые рейсы 74 тысячи рублей туда и обратно? С одной стороны, конечно, недешево. С другой стороны, если ваша зарплата 221 тысяча, неплохо, рублей в месяц, другое дело. Прямо сейчас ребята из Kata Academy приглашают на курс Java-разработка. Что еще за Java, спросите вы? Это язык программирования. Им пользуются, например, Netflix, Amazon и Telegram. В России специалисты по Java нужны в Сбере, Альфа-банке, Яндексе и не только. Обучиться Java-разработке можно в Kata Academy. Если вдруг в ходе обучения вы не потянете программу, то вас, ну, конечно, отчислят. Но за курс платить не придется. А если все получится, Академия гарантирует зарплату от 100 тысяч уже в первый месяц работы. Ну а средняя зарплата, как мы уже сказали, 221 тысяча рублей. Ну и самое приятное, оплата обучения только после трудоустройства. Это прописано в договоре. Ссылка на курс уже в описании. Однозначно рекомендуем ознакомиться, что к чему. Удачи!
О, продолжаем. Ребяшки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Зацените, как закрывают от солнца, от жары автомобили в Эфиопии. Не вот этой фольгой всей, фольга денег стоит, могут и унести, а просто картонок накидали. Люди живут бедновато. Вот это не свалится сейчас вообще на нас? Осторожно. Это детский сад? Это что такое? Тут живет, что ли, кто-то? А вот леса, вон, видите, из палок сделано. И вверх туда идет. Опорные стойки. Просто из деревяшек. И вот так вот связывают резиночки. Видал? Покажи. Едем на... Сейчас, секунду, тут это препятствие надо обойти. На самый большой рынок в Африке. Вот там снимать крайне не рекомендуется. Поэтому возьмем с собой гида. Человека местного, который в том числе говорит по-русски. Так будет чуть безопаснее. Вау! How much? Apple Watch? How much? Вот это хорошо, вот это красиво. Вот он удачно встал. What's this? Зубы чистить. Зубы чистить? В смысле? Это ж палка, дерево. Ну, у кого не хватает денег на щетку. Ты серьезно? Да. Деревяшкой зубы чистить? Да, почитай, есть такая тема. Вы спрашивали, как у них зубы такие чистые и белые. Вот мисвак. Они мисвак. А это тоже зубы чистить? Да. Вон вода. Hi. Do you have small water? Two. Смотри-ка, деньги. Вот они все такие, как тряпочка такие. Ё-моё! Что это за место? А вон стоит такси нормальное. Давай нормально прокатимся. А то все будут думать, что в Эфиопии плохое такси. А оно тут есть хорошее. Блин, чувак полицейский взял кого-то за руку и куда-то повел. Смотрите, нормальное такси. Вот, по приложению человек работает. Куда все идут? Может, нам тоже туда? Такси, go? No, no taxi. Окей, он на Тойоте поедем? Ну ладно. Тойота Королла. Japan здесь. Japan car. Japan, yes, Japan car. Which is better, Lada or Toyota? Toyota. Toyota is better. Yes. What year? Year? 32. Mercato. Yes, Mercato. Mercato? Yes, this place. Блин, машине почти столько же, сколько тем Ладам, на которые мы ездили. Но, блин, посмотри на двери. Ну, понятно, что как за ней ухаживаешь, в таком она виде и будет. Немножко горизонт завалит. Country not good? Yes. Нас даже таксист отговаривает, выходи из машины. За нами люди бегают какие-то уже за машиной. Это крупнейший рынок в Африке. Полиция была вначале, здесь полиции нет. Ребяшки, так, звук идет. Это Надир. Надир, еще раз привет. Надир местный. Так, штрафы выписывают, да? Да, поговорите. А, штраф. Sorry. This is how much for fine? Thank you. Так, ситуация. Выписывают штраф. Надир, так строго тут все? Тут прям штраф выписывают? То есть вокруг вот всего вот этого? Ну да. При этом есть полицейские, которые ходят, смотрят, чтобы машины стояли ровно. Как иначе? Как бы там оксиген ходишь? Опа! Их никто не будет оштрафовать. Надир, пару слов о себе. Mm-hmm. Так, ты говоришь по-русски. Но ты местный. Да. Ты родился здесь? Я родился здесь. Ну, как, как так получилось, что ты говоришь по-русски? Ну, оба родители учились в Советском Союзе, а я тоже учился в Краснодаре. Серьезно? Yes, we have a meeting. We pay, my friend, we pay. Где родился, там и пригодился, да? Конечно. Чем ты здесь занимаешься? Аргадуанабай. How much, Sammy? How much? This price pair, you bring it a wrist, okay? Слушай, как-то все очень сложно. We are Africa. Everything is wrong. Everything is wrong из Африка? Ой, Африка? Чем ты здесь занимаешься? Я помогаю в русском доме. Русский дом есть, да. Какой-то. Не посольство. Ну, как бы, Российский центр науки и культуры, русский дом. А, культурное представительство такое, да? Да. Я отправляю людей, чтобы учились в Россию.
А, серьезно? Да. А много таких желающих? Много. Много? Каждый год и больше, и больше. Вот это что за место такое? Вот это вокруг нас, все вот это вот. Это крупнейший в Африке рынок. В открытом небе. How much we pay you? Какие танцы смешные. Просто от руки написано. But how much for fine? For fine, how much? 400. My friend, I pay you. 400 for this. Yes, okay. And all my money for taxi, okay? Good. Thank you so much. Все, вопрос решен. Мы точно хотим гулять по рынку. Если в общих словах, что вообще тут происходит? Как-то все странно очень. Ездят ленд-крузеры 300-е за бешеные какие-то миллионы быров, и при этом вот это все вокруг. Почему? Почему такой контраст? Разные уровни жизни. Тут, конечно, выглядит стрёмно. Если знали бы, сколько миллиардов здесь в день двигается денег. Сколько миллиардов? Ну да. Мы видели сейчас место, где продаются Тесла новые. И вокруг люди валяются. Они как-то не боятся их там продавать, что их там поцарапают, побьют. Как все это совмещается друг с другом? Как? Ну, скорее всего, тот, который Теслу покупает, сюда не приезжает. Да. У него будет кто-то, который будет сюда приезжать. А деньги тут где? То есть на чем зарабатывают те, кто покупает Теслы, покупает дорогие машины? Ну, здесь и одежда, и все. Из Дубая, из Китая, каждый импорт. Ты сам где покупаешь что-либо? Я? Тот? Сюда. Стараюсь не приехать сюда. Да, давай. Посмотри сюда. Вот. Новый автомобиль китайский. Там китайская машина, а здесь... Да, здесь ВАЗ-2101. А вот это вот, откуда они все появились, эти машины? Почему тут есть Russia Street, кстати, и почему тут много вот этих машин? Russia Street, потому что там далеко есть посольство России. Но там и немецкое посольство, и британское, однако же German Street там нет. Посольство России от самых старых посольств. Одно из самых старых? Да. Тут, когда посольство открывалось, тут была не Эфиопия, а империя другая. Абиссиния? Абиссиния. А размер этого рынка? Сколько нужно времени, чтобы его обойти? Пока что я думаю, что никто не потерпел до конца. Никто не попытался, да, его полностью обойти? Так на чем тут люди зарабатывают? Вот богатые люди. Откуда деньги? Импорт, экспорт. А что экспортируют? Кофе в основном. Там столько денег в этом бизнесе? Ну да. Там и золото, и... Золото? И шелк. А тут добыча есть, да, какая-то в стране? Аккуратно. Да, ребятки, много что не попадает в кадр. Кирилл только что боднул осел. Сзади прям совсем на всю ходу. Жалко, камера не писала. Техника безопасности. Жалко, что камера не сняла, или жалко оператора? Опа! Тихо-тихо. Вот это так оно и было. Он предлагает сразу отнести вас в рынок, где продают чат. Это что такое? Это наркотики, которые здесь легальны. Легальны? Да. Не наша тема. Не. Нам туда тогда. Аккуратно, не убиваемся. Сколько нужно денег, чтобы жить в Эфиопии? Ну вот в Адис-Абебе, допустим. Таксист, у которого как минимум 3-4-5 приложения на телефоне, зарабатывает 30 тысяч или больше, наверное. Ну это хорошая зарплата. Ну да. И ладен, и специи, и ладен. Так опасненько так все это стоит. Ну, не свалить бы. Надир, что это вот это? Вот, что это все? Что это тут? Инсенс, франк инсенс. О, инсенс. Он говорит, что это ладен на разные. Понюхайте. Поэтому здесь можно найти... Яндекс такси, да, Яндекс доставка. А полиция тут, охрана какая-то есть, дежурят, за порядком смотрят? Ну, стараются. Но я так понимаю, что тут местных не обижают, правильно? Конечно, нет. Потому что я видел... Они друг друга поддерживают. Ходили девушки, там девушка шла, она хорошо одета. Телефон у него в руке был, лежал на ладони. Она не переживала никак за его сохранность. А нам таксист сказал, да вы вообще не вздумайте. Ну, крадут, только крадут и могут и поранить чуть-чуть. Поранить? Ну, порезат. Так ты так и не ответил на вопрос, почему ты здесь. Это у меня самый главный вопрос. Есть страны, из которых, как это субъективно, мне кажется, хочется по возможности уехать. Ну, если есть возможность. И у тебя, мне кажется, она есть. И не одна. Она есть, но пока что здесь отлично. Отлично? Пока что здесь хорошо.
А чем ты занимаешься? Куда ты ходишь по вечерам? Где ты гуляешь? Куда? Чего только тут не носят, а? А тут Новый год отмечают? Что-то мы не видели особо. Новый год в Эфиопии не 1 числа. А когда? 11 сентября. 11 сентября, это что вообще за день? Ну, эфиопский календарь. А вот сегодня скажу. У нас какое число сегодня? 4 месяца, 12 число. Понятно. 2016 года. Сегодня 2016 год? Да. По эфиопскому календарю. По эфиопскому календарю. Интересно. О, были люди. Где? Вот, впереди. Where are you from? Can I ask a question? Texas. Texas? Nice. Американцы? Техас. Воу! Тетя Слани задавили. Как ты выходные проводишь? Спорт и дома, с женой. А спорт где? Как, что тут? Ну, ты точно не здесь. А, ну да, да, да. Как вам спец? Блин. О, рынок спец, у меня прям в нос ударило. Слушай, а тут какой-то санитарный надзор есть, который ходит, проверяет, чтобы чисто было? Я думаю, что если они были, их сюда бы не пустили. Опа, вот оно. Вот это я видел, это на картинках. How much? We give you best price around 1,001. Драка там, да? Драка, драка, смотри. Дерутся. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все, ходи. She's cooking. Lucy, she's getting everything. She's make it very nice. After that, she's cooking like look bread. We are eating for cabbage, for meat, for cheese. Uh-huh. Yeah. She's a cut knife. Yes. Yeah. Cut knife. She's getting everything. Опа, 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 вот это, Кирилл, внимание. You know this one? No. Charcoal. Они жарят на этом. Жарят. Да. Берут угол, ставят, да. И углем. Оно подогревает. Углем и готовят. Аккуратно, аккуратно. Не ломаем ничего. This is a fresh cheese. Fresh cheese. I know she around 15 years. Ага. She got a kidney. You got a test? No, I'm good. Ну? Что там про санитару говорил? Не поваляешь, не поешь. Чем грязнее, тем вкуснее, как говорят в Бангкоке. Какое-то производство уже начинается, да? Ну да. Это уже... Iron Market. Iron Market. Железный рынок. Ну, когда-то это была чья-то труба. Чья-то труба была? Вот, Надир, слушай, тут есть люди на дорогих машинах. Они наверняка живут в дорогих домах, правильно? Ну да. Они и не стрёмно там, они не боятся там жить? У них ли у них там заборы с кучей охраны? Куча охраны, с большие собаки и заборы. Большие собаки? А, туалет. Открытого типа. Он говорит, работай, работай. О, кулит железо. Да. For fire. Yes. Look. Look. Oh. Oh. Аккуратно. А это все горячее? Да. Это не... Блин, раскаленные металлические... Мальчик будет собирать металл маленький. А зачем? Ну, он будет килограммами продавать. Арамас. Амбасана, хабиб. Ранга ты собираешь. Фала, 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 фала. Че собак много? Собаки валяются везде. Не, наверное, ночью охраняют магазины. А. Это еда? Это еда. То есть еда вот так в таких условиях здесь? Да. Коча, ну, там то, что видели. Да. Бабочки продавали. Да. Это одинаковая еда. Он говорит, там для бедных, а здесь для богатых. Для богатых? Да. Так а это что это? Суть, что это? Это листья банана. Это листья, да. Это листья банана. Есть такой банан. Не так, для еды. Не для еды. Ну, понятно. Как еда. Типа, да. Они берут, ломают этот дерево. Да. Рубят это дерево. И из корней... Это корень? Да. Вот это вот? Да. Вот, понятно. Очень вкусный, кстати. What is the material we are thinking? Yeah. Which material is? No, try, no. Try. Maybe. Like plastic? No. I understand it, no. Horn. Рог коровы. Да. Офигеть. Cow-horn. Это руками шьют, все. Руками? It's a very nice chili. Чили? Чили пеппер? Just try. Just taste small one. Ну что?
Very strong. Very strong. Тут просто все делают. А вот это что такое? Вот это все. Вот это наверх уходит. Там люди живут или там работают на рынок? Надо посмотреть. Твой совет, человек, который собирается в Эфиопию. Стоит ли ему собираться в Эфиопию? Твой совет. Вся Эфиопия, это не это. Это да, понятно, но тем не менее. Конечно, приезжайте, можно увидеть всю страну. Мы сейчас только в столице. Маленькую часть. Вот маленькую часть. В стране есть что посмотреть, да? Конечно. А ты как гид можешь помочь, если мы там вот, контакты твои оставим, да? Конечно. Да? Пожалуйста. Правда? Огромное тебе спасибо за уделенное время. My friend, thank you so much. Nice place, thank you. Ребячки, ждем ваши комментарии. Неоднозначно, конечно, у многих будет культурный шок. Подумайте, будьте вежливы, а потом напишите комментарии. Все страны разные, везде свои особенности, но вот людям здесь нравится. Где родился, может быть, да, там пригодился. Тоже спорное заявление, но тем не менее, Эфиопия. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.